На минувших выходных состоялся турнир по самбо, посвященный десятилетию образования Следственного комитета Российской Федерации. Участники боролись за звание лучшего борца два дня. В здании Дворца спорта в субботу собрались самые юные представители самбо. Мы сегодня за долгое время проводим первый в Магадане областной турнир по самбо на призы Следственного комитета Российской Федерации по Магаданской области. Это соревнование у нас запланировано в рамках соглашения со Следственным комитетом. И вот после плодотворной работы в 2021 году было принято решение, что в Магадане мы начнем достаточно глобальное такое мероприятие, вот такой областной турнир, который задействует у нас практически все возрастные группы. Борются у нас детишки от 4 лет и вот до взрослого нашего поколения. Наши ребята старшей группы тоже будут принимать участие во второй день соревнований. Соревнования провели раньше запланированного, поскольку сборная Магаданской области в составе порядка 50 человек 30 мая выезжает на всероссийские сборы.